дорогой прохлад. Лучший из моих сыновей, ты уже ходишь в школу. Скажи мне, сынок, какое из полученных тобой наставлений ты считаешь наилучшим? О, лучший из асуров, отца от демонов, мой духовный учитель объяснил мне, что любой, кто получил бренное тело и поглощен приходящими семейными заботами, всегда пребывает в беспокойстве, ибо свалился в темный колодец, где нет воды, а есть только страдания. Человеку следует отправиться во Вриндаван, где безраздельно царит любовь к Кришне, и так обрести покровительство Верховной Личности Бога. Вот так поучение недругов губят детский разум. А? Сынок, разве тебе не известно, что Бог это я? Хираньякашипу. Дорогие демоны, пожалуйста, следите за этим мальчиком и надежно защитите его разум от тлетворного влияния преданных моего врага Вишну, которые могут проникнуть в школу. Прохлада, сынок, да будет жизнь твоя мирной и благополучной. Все другие мальчики, в отличие от тебя, не ведут таких странных речей. Откуда ты получил эти наставления? Как твой разум подвергся столь пагубному влиянию? О, лучший из членов твоей семьи! Сам ли ты осквернил свой разум? Или это сделали какие-то враги? Пожалуйста, расскажи нам правду. Тот, кто удовлетворил Верховную Личность Бога, становится образованным, обретя истинный разум. Такая душа думает. Все мы вечные слуги Господа и не видит больше различий между врагами, друзьями и самим собой. Поэтому нет разницы между одним живым существом и другим. О, учителя, мое внимание, подобно магниту, всегда стремится к Господу, поэтому я не могу не думать о нем. А ну-ка принесите палку! Этот прохлада позорит наше доброе имя! Тебе грозит суровая кара! А ну-ка сел урок! Мы тебя учили, как совершать религиозные обряды. Обеспечивать свое материальное благополучие и удовлетворять потребности чувств. Так что расскажи нам лучше, как применять принцип «разделяй и властвуй» и как наказывать непокорных. Разве ты не помнишь тому, что мы тебя учили? Как охлаждать пыл бунтарей? Как ублажать их, предоставляя им престижные посты, и как извлекать отовсюду максимальную выгоду. Максимальную выгоду! А ну, хорошо учите свои уроки. Такие наставления, которые мы с вами слышим, о друзья, основаны на бессмысленном материальном бытии и побуждают человека вести мирскую жизнь, неизменно сопровождаемую муками рождения, болезни, старости и смерти. Не следует добиваться возможности удовлетворять свои чувства и стремиться к счастью, которое приходит с материальным процветанием. Все это – пустая трата времени и сил. Но служа Кришне, мы непременно постигнем свое «Я», поднявшись на духовный уровень. Подобное благо недоступно тому, кто жаждет лишь материального процветания. Дорогие мои друзья, сыновья демоны, в материальном мире даже те, кто считает образованными людьми, склонны проводить различия между своим и чужим. Эти люди не способны проявить интерес к духовной науке и потому сбитые с толку
всегда пребывает во тьме невежества. Завеса иллюзии скрывает Господа от безбожников, и потому им кажется, что Его не существует. Только преданные Нараяны способны достичь высшей цели жизни — освободиться от материального рабства. Будь счастлив, сынок. Прохлада, да будет долгой твоя жизнь. Ты уже давно слушаешь наставления своих учителей. Поведай же мне о лучшем из того, что довелось тебе от них узнать. Слушать святое имя Господа Вишну и описание его облика, качеств и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя разные атрибуты, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу, служа Ему телом, умом и речью. Таковы 9 методов чистого преданного служения. Тот, кто служит Кришне, посвящая Ему всю свою жизнь, самый образованный человек, ибо он обрел полное знание. Шанда! Амарка! Чему вы учите моего сына? Все, что я слышу от него, так это только Вишну! Мы не учили его этому, о повелитель! Мы не знаем, откуда это он все взял! Негодяй, самый падший в нашем роду, если тебя этому не учили, то где ты набрался таких вздорных идей? Заберите от меня этого мальчишку! О, демоны! Он достоин смерти! Убейте его сейчас же! Thank you.
Владыка, ты один, без чьей-либо помощи завоевал все три мира. Поэтому мы не видим причин для твоего уныния. Прохлада всего лишь ребенок. Его недостатки или достоинства ничего не значат. Когда он подрастет, усвоит наше наставление. В его разуме произойдут перемены. Так что не беспокойся. Пойдем, Прохлада, обратно в школу. Будем продолжать учиться обязанностям, которым надлежит следовать представителям царских семей, приумножать свои богатства, получать удовольствие. Человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Мирское счастье доступно в любой другой форме жизни, не только в человеческой. Но родиться человеком – это редкая удача, ведь человеческое тело имеет особую ценность. Его позволяет служить верховной личности Бога. Даже недолгое, но искреннее преданное служение может привести человека к высшему совершенству. Но Прохлада, мне кажется, это знание про пожилых и старых людей. А нам надо играть и веселиться. Когда мы состанемся ближе к смерти, настанет самое время вступить в духовный путь. Друзья, не всегда старость – предвестник смерти. Бывает, что умирают как пожилые, так и молодые люди и дети. Поэтому, если человек способен отличить истинное от ложного, то пока он молод и полон сил, пока его тело не стало больным и дряхлым, ему надлежит стремиться к высшей цели жизни. Каждый человек может жить до 100 лет, однако тот, кто не владеет своими чувствами, навсегда теряет половину этого срока, ибо ночью он спит по 12 часов. У такого человека остается только 50 лет жизни. Первые 50 лет у ребенка еще не развит ум, а следующие 10 лет он проводит в играх и всевозможных забавах. Так человек теряет 20 лет своей жизни. Кроме того, в старости, когда болезни и немощь не дают человеку заниматься даже материальными делами, он еще 20 лет проживает впустую из-за неодолимой иллюзии. Для такого безумца все его годы оказываются потерянными, ибо даже в преклонном возрасте он не способен служить Господу. О, сыновья демона, верховная личность Бога, Господь Нараяна, высшее олицетворение вечности, знания и блаженства. Он душа и друг всех живых существ, изначальный Отец.
А значит, ничто не может помешать человеку, будь он ребенок или старик, поклоняться Господу и любить Его. Человеку нужно сокрушить лишь таких врагов, как вожделение, гнев, жадность, иллюзию, безумие и зависть. Такой человек непременно возвысится до любви к верховной личности Бога и испытает духовное блаженство. Высшая цель жизни — служить лотосным стопам, причины всех причин, Говинды, Шри Кришны. На свою сторону. Прохлад! Прохлада. Ты ведь знаешь, негодяй, что когда я прихожу в гнев, во всех трех мирах содрогаются планеты, и их правители начинают трепетать от страха. Кто же дал тебе такую силу, что ты, ничего не боясь, держаешь нарушать мою волю? О, царь, источник моей силы, о котором ты спрашиваешь, это источник и твоей силы. Любая сила исходит от него. Без него никто не имел бы силы. О, несчастный Прохлада! Ты все время говоришь мне о каком-то высшем существе, отличном от меня, о неком верховном повелителе, что стоит над каждым и пребывает повсюду. Где же он? Если он вездесущ, то почему я не вижу его? Вот в этой колонии. За то, что ты болтаешь всякие вздоры. И я сейчас снесу тебе голову. И посмотрим, как Бог, в которого ты так веришь, придет тебе на помощь. Хотел бы я это увидеть. Thank you.
Бываешь в духовном мире, а мы из-за своих поступков оказались здесь и теперь страдаем. Смилуйся же над нами, не только надо мной, но и над всеми страждущими. И по своей милости даруй нам спасение и защиту. О, добродетельный Прохлада, лучший в роду асуров, да сопутствует тебе удача. Я очень доволен тобой. Одно из моих вечных деяний – исполнять желания живых существ. Поэтому можешь просить меня о чем угодно. О мой Господь, я знаю, что перед самой смертью мой отец уже очистился благодаря тому, что ты взглянул на него. Но в течение всей жизни, не ведая о твоем величии, он ненавидел твою милость. Я хочу, чтобы все эти грехи были ему прощены. О, великий святой, мой дорогой, безгрешный Прохлада, не только твой отец, но 21 поколение твоих предков избавились от всей скверны. Вся твоя династия очистилась благодаря тому, что ты родился в ней.